Нурсултан Назарбаев призвал всех тюрков объединиться. Объединившись, тюрки могут стать эффективной силой в мире. Об этом 12 октября в Стамбуле заявил глава государства, передает корреспондент информационного портала binews.kz. Цитирую. «Придет время, когда все тюрки объединятся. Поэтому я хочу приветствовать всех тюркоязычных братьев. Мы друзья с вами. Между Алтаем и Средиземным морем больше 200 миллионов братьев живут. Если мы все объединимся, то будем очень эффективной силой в мире», заявил Нурсултан Назарбаев, выступая на церемонии закрытия Казахстанско-турецкого бизнес-форума.